Здравствуйте, с вами компания Лесобаза. Мы приехали на наш очередной объект, где мы делали комбинированный фасад. Это поселок Жаворонки. Фасад комбинировался планкен, скошенный, сорта АБ, покрашен нашим маслом. И покраска эластичной штукатуркой. Вот это основное здание, дом. Это гостевой домик плюс гараж. Очень интересное архитектурное решение в стиле хай-тек. То есть сочетание строгих линий. Все углы запилены четко. Сложность этих углов в том, что они развернутые, они больше 45 градусов, поэтому припиливать их нужна сноровка. Доборы сделаны из прямого планкена, тоже покрашенного у нас в цехе маслом Реннер. Соответственно, с этого фасада углы тоже, они меньше 45 градусов. Все углы собраны на земле, скреплены изнутри крепежам, и уже готовый угол монтировался на фасад. Штукатурка здесь использовалась Такофлекс, очень надежная, хорошая американская штукатурка. Объем здесь порядка 450 квадратов планкена, ну и примерно столько же штукатурки. Планкен был покрашен у нас в цехе итальянскими маслами Реннер, которые обладают высокой стойкостью. Оба здания выполнены в одном стиле. Я называю его хай-тек. Назвать можно как угодно, главное, чтобы было красиво. Угол четкий, как на планкены, так и на штукатурке. Чем хороша покраска маслом? Она очень удобна в обслуживании. Если вам показалось, что ваш фасад потерял былой блеск, нужно просто нанести один слой масла сверху, и он будет как новый.